Скільки має коштувати проїзд у маршрутках, щоб це було виправдано і для пасажирів, і для перевізників? Питання завжди конфліктне і навіть пристрасне. 2 місяці перевірок, розрахунків і громадських слухань. І представники міської влади Дніпра всерйоз розглядають варіант підвищення вартості на 1 гривню. 8 гривень – таким чином на більшості маршрутів. Наразі справа за виконкомом. Ми бачимо, що дійсно тариф економічно обоснований, 8 гривень, він може бути, але после принятия решения, если такое решение будет принято, потому что в полномочиях принимать это решение, это действительно исполнительным комитетом, будет создана рабочая группа, она уже как бы имеет место быть. Должен быть подробный анализ по каждому из маршрутов. Насколько я понимаю, с представителями департамента мы в этом вопросе также пришли к общему согласию, то есть будет создана рабочая группа, в ней могут участвовать все желающие, то есть если вы считаете, что тариф на вашем маршруте он не должен стоить там 8 гривен или 7 даже гривен, приобщайтесь, обращайтесь в социальных сетях, пишите обращение официальное в бумажном виде, на горячую линию, я так понимаю, можно оставлять обращение. На любые, любым возможным доступным для вас способом, можно, да, как бы выражать свои пожелания и свою позицию.